Сам подними. Ладно, рядовой. Добрый вечер. Вот при какого это началось, я не понял, сам подними. Да потому что ты достал меня. Я каждую игру выхожу на эту сцену с этим стулом, ставлю его, стою и молчу. А я, может, тоже хочу в миниатюрах играть, а может, импровизировать хочу. А я, по-твоему, что должен делать? Стул носить. Ладно. А мне тогда что делать? Импровизируй. Начнем сначала. Не, ну ведущий, ты хоть объяви нас. По просьбе команды «Марат» выступает команда «Марат». Ладно, ребят, я все поняла. Давайте все вернем на место. Сначала. Да. Пул забери. Не, ну ведущий реально, по-моему, настолько. Потом скажешь, что у нас выступление не смешное. Ну объявляй, ведущий. По многочисленным просьбам команды «Марат» выступает команда «Марат». Команда КВН. Марат! Ну, вас, наверное, всех интересует, почему или с полуфинальных игр КВН. Живот колет, что колет, такое, живот. Что? Скорую, смотри, скорую. Я прикалываюсь. Смешно. А первый случай? Случай у подъезда. Алкоголик. Наркоман. Проститутка. Че? Алкоголик. Наркоман. Проститутка. Наркоман. Проститутка. Че? Алкоголик. Наркоман. Проститутка. А, пол, гей. Здравствуйте. Два гопника. Эй, слушай, потный, смотри, какая тёлочка, иди подкати к ней. Да не, она какая-то серьёзная, даже со стариком может стать. Да чё ты гонишь, иди, говорю, у тебя язык подвешен, ты справишься. Ну ладно, попробуй, сейчас. Мадам, как только я увидел вас, я сразу почувствовал, как меня пронзило 1000 стрел Амура. Я упал в море любви, и на плоту жизни я прочувствовал, как мы проплыли. Аминь. Не желаете ли отужинать в шоколадке? Ха, круто, шаурмы пожрем. Шаурмы ты с быдла пожрешь. Не наш контингент, аж не наш. Человек с манией преследования уходит от человека с манией величия. Да, да, это я за ним иду, да. Неопытный командир спецназа на задании. Ha ha ha!
Для следующего номер нам понадобится кое-кто из зала. Зачем кто кое-кто, когда можно вот попросить замечательного КВНчика, бывшего из жюри, Романа Бадылевича. Роман, можно вот Юля вас сопроводит к нам на сцену? Давайте под аплодисменты, пожалуйста. Звукач включи нам какую-то музыку поинтереснее. Шикарный выбор. Приветствую, Роман, приветствую. Очень нужна ваша помощь, очень нужна ваша помощь. Идемте за мной. Буквально небольшая помощь. Вот честно, на самом деле, очень небольшая вот помощь. Вот видите, там жюри сидит. Давайте вы как будто тоже член жюри сядете и будете оценки ставить, хорошо? Петя, я слышал, что ты петь умеешь. Я петь? Я пою, я выпиваю. Опан, Гангнам Стайл! Человек, который забыл дома глушитель. Так, представьте, девушка 15-й раз сдает на водительские права. Ну что, я сдала? Сдала. Точно сдала? Да сдала. Не можно идти? Да, иди. Стой, ты хоть оденься. Слушайте, вы уже достали. Эта миниатюра должна была заканчиваться по-другому. Я такая встаю, ага, и ухожу. Ну так уходи. Я вам еще отомщу. Ай, слушай, мне так понравилось. Да? Может, еще раз? Давай. Слушай, Федос, я слышал, ты выпиваешь. Я выпиваю, я пою. Опан, Гангнам Стайл! Ну че, дошутились? О-о-о, и кто, отец? А вот решайте сами. Ну давай, в общем, кто выиграет в камень, ножницы, бумага, тот и отец. Давай, раз, два, три. Понял? Я тебя в камень, ножницы, бумага выиграл. Давай еще раз, давай. У меня схватки! Схватки? Собственно, мы хотели всем этим показать. Мы хотели победить секса. Точно. Мы хотели победить. Самая дружная команда КВН Марат. Марат. Все вместе классно вообще.